К другим темам. В Тверской области за минувшие сутки подтверждено 197 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число пострадавших от новой инфекции достигло 45 463 человек. За весь период умерло 1174 человека. Такая статистика заболеваемости COVID-19 в Верхневолжье. В медицинском центре имени Аваева вакцинальный кабинет открыт с января этого года, как только началась массовая прививочная кампания. Прививаются люди разных возрастов, как представители старшего поколения, так и молодые. 28 июня в числе тех, кто решил сделать прививку, оказалась врач-кардиолог Наталья Соколова. Она рассказала, что уже дважды переболела коронавирусом и, чтобы обезопасить себя от более агрессивного штамма, решила привиться. Я понимаю, что при той нестабильной мировой эпидемиологической ситуации, которая сейчас происходит, я однозначно кандидат на заболевание третий раз. Я этого не хочу, потому что знаю, что такое ковид первой волны, знаю, что такое ковид второй волны. И, к сожалению, знаю оперативные данные, насколько агрессивный новый штамм третьей волны. Я хочу жить. За последние две недели в центре Аваева увеличилось количество желающих сделать прививку. И, как отмечают врачи, это сопоставимо с первыми неделями начала вакцинальной кампании. На сегодняшний день в Тверской области прививку сделали 169 242 человека. В медцентре вакцинация проводится препаратом «Спутник ВИ». Вакцины «Гамковид-ВАК» «Спутник» достаточно. Дефицита вакцин нет. Количество желающих возросло, и мы стараемся подстраиваться под это. Мы увеличили количество кабинетов опять. Мы увеличили выездную работу. Много ездим на предприятия. Кстати, некоторые предприимчивые граждане в связи с введением обязательной вакцинации для некоторых категорий работников начали покупать поддельные сертификаты о пройденной вакцинации от коронавируса. Однако такая предприимчивость может грозить лишением свободы до года, вне зависимости от того, удалось или нет воспользоваться сертификатом.